Всем приветики! Что делать, если вам нужно заменить какой-то звук на аудиодорожке? К примеру, вот я заменил, ну то есть у меня было как изначально. Это все удаляем. Вот, вот так было. Такая вот аудиодорожка, ну то есть целая. И где-то вот в этом моменте звук неприятный. Как от него избавиться? Я просто взял, ну... Они изначально были соединены, дорожки я их, естественно, разъединил. Ну, то есть видео от аудио отъединил, чтобы не отрезать только аудио. Выделил ненужный мне фрагмент. Нажал клавишу «Удалить», а просто удалил его. Но остается кусок. И как бы, если просто так вот оставить... Сейчас... Вот оно пропадает, и как бы и не очень получается. Примерно где-то вот в этом районе. И не очень получается. А чтобы было нормально, нужно его чем-то закрыть, потому что ну, когда вот оно пропадает, а потом снова появляется как-то не очень. Поэтому просто берем этот кусок, копируем. Копируем, создаем новую дорожку, ставить аудиодорожку и вставляем на аудиодорожку. Дальше просто берем вот, это получается начало, вот от начала до этого момента пододвигаем, вставляем сюда, ну примерно по размеру подгоняем. И подтягиваем вверх. Все, вот теперь слушаем. Все нормально. Единственное, что слышны, уже нету тишины. Единственное, что слышны переходы. А чтобы их не было слышно, увеличиваем и протягиваем дорожку отсюда. Ну, то есть налаживаем на другую дорожку. С одной стороны. Не на дорожку, а на фрагмент, звуковой фрагмент. С одной стороны накладываем. Так, и с другой стороны тоже. Все, и теперь должно быть, по идее, не слышно переходов быть. Вот сейчас. Ну, здесь уже щелчок, просто в самом этом... В самом звуке щелчок. Но звука перехода нету, ну то есть вот здесь вот, в этом вот моменте, перехода уже не слышно, а был слышен. То есть вот. То есть вообще как будто бы идеально. А здесь просто звук такой. Ну, просто сам звук, там уже начинается движение. Поэтому, а так вообще, если именно самого перехода не слышно. То есть если вот сейчас убрать вот эту вот штуку, к примеру, тоже если удалить, то там этого не будет слышно. Вот это если удалить, так... И вот это, если у нас где, мы наложили, и здесь тоже наложить. По идее, должно быть нормально. Ну-ка. Все, уже никаких щелчков вообще не слышно. Ну, то есть идеально. Именно перехода вот это вот здесь вот. Не слышно. Вот, как-то так. На этом все. Всем покедова.